первую машину. Впереди вас ждет еще не один автомобиль. Просто ищите особые значки. Нажмите кнопку, чтобы переключить. Для каждой машины существуют свои гонки. Участвуйте в них в любое время при помощи и... Выберите «Задать на...» На карте появится маршрут к линии старта. Следуйте ему, чтобы начать гонку. Чтобы начать гонку, подъезжайте к контрольной точке и давите на газ. Первое и второе места – это улучшение для машины. Ставьте их сразу и получите мгновенный рост характеристик. Или используйте Easy Drive, чтобы изменить шины, нитро, шасси, кузов или трансмиссию. Speed Points продвигают вас в списке Most Wanted. И гонки – это способ их заработать. Получите больше Speed Points, разбивая стенды, пролетая под фоторадарами, вышибая ворота или отрываясь от копов. Autolog отслеживает каждое полученное Speed Point. Чем больше вы заработаете, тем ближе победа над гонщиками Most Wanted и превосходство над друзьями. Хотите проверить свой прогресс? Easy Drive поможет вам отследить все состязания в городе. Что будет дальше, зависит только от вас. We'll be right back.
превышая скорость или врезаясь в копов, вы заработаете спид-пункс, но привлечете их внимание. Они попытаются задержать вас. Прекращайте код 3. Возвращайтесь к патрулированию. Прием.